9 из 10 участков дорог отремонтировали, заменили асфальтобетонное покрытие, расширили тротуары. На подъезде к Лайковскому кладбищу привели в порядок разворотную площадку. На второй Советской в Лохино усилили дорожную безопасность, нанесли разметку и установили знаки. Сейчас в работе коммунальный проезд. Мы заключили вчера контракт со следующим участником и сегодня в ночь планируем выйти уже по замене бортового камня. До конца недели планируем полностью завершить работу по данному объекту. Еще одна тема еженедельного совещания – итоги подготовки к отопительному сезону. В Одинцовском округе 210 котельных. Они обеспечивают теплом и горячим водоснабжением более 2000 многоквартирных домов, а также социальные объекты – школы, детские сады, больницы. Все плановые работы были завершены к 15 сентября. Получены паспорта готовности домов, подготовлены сети, котельные, оборудование, подготовлены запасы топлива. Подготовка к отопительному сезону прошла по плану. Коммунальщики очистили и промыли оборудование, тепловые сети, провели их гидравлические испытания. Отработали свои действия в аварийных ситуациях. Евгений Августин, Артем Ломоносов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».